С 19 ноября 2018 года на Первом канале состоится премьера сериала «Желтый глаз тигра». В данном видео можно ознакомиться с сюжетом, актерами и кратким содержанием серии картины. После ранения Сергея конь становится личным врагом его отца, полковника КГБ Михаила Гавриловича Звягинцева. Звягинцев намерен всеми силами удерживать коня в СИЗО. Маша навещает Сергея в больнице, они больше не могут сдерживать свои чувства. На янтарном заводе творится беспредел. Василек добывает янтарь по немецкой карте. Поняв, что за ним следит напарник, Василек убивает его. Жена обеспечивает ему алиби. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.